Тут холодно. Привет, девчата и ребята! Наступил 4-й день наших приключений на Кипре. Сразу после завтрака, с самого утра, мы отправляемся на губернаторский пляж. Губернаторский пляж, пожалуй, можно назвать одним из самых необычных пляжей Кипра. Он расположен в 20 километрах от Лимассола, и к нему можно попасть, двигаясь по шоссе А1, ведущим из Лимассола в Ларнаку. Под одним названием «Губернаторский пляж» обычно понимается группа небольших пляжей, расположенных в тихих бухточках и заливах у подножия скал. Своим титулом «Губернаторский пляж» обязан одному британскому губернатору, который очень любил этот пляж. И несмотря на свою высокую должность, часто приезжал сюда позагорать и искупаться в море. Губернаторский пляж уникален и знаменит своими удивительными морскими пейзажами. Здесь высокие, отвесные, ярко-белые меловые скалы, обрамляющие темные песчаные берега, встречаются с насыщенной синевой морем, пышной зеленью деревьев и кустарников. Эти составляющие общий пейзаж компоненты приятно контрастируют друг с другом и создают необыкновенной красоты виды. Губернаторский пляж обладает берегом, который покрыт темным вулканическим песком, а морское дно у берега песчаное и ровное, с пологим набором глубины и удобным входом в воду. Море в районе пляжей неглубокое и вполне безопасно для детского отдыха, однако при этом следует держаться подальше от скальных участков берега. Марьяна, единорог! Чем это вы тут занимаетесь? Да. После купания отправляемся в монастырь святителя Николая, покровителя кошек. Кисок тут действительно много. Еще один рыжий. Они одинокого мордюли. Пушистики встречают нас. Удивительно, но кроме нас и кошек тут никого нет. При этом все открыто для посещения. Согласно преданию, монастырь был основан по приказу святой Елены в 327 году. Вот о чем рассказывает нам красивая и необычная легенда. К началу 4 века на острове случилась страшная 17-летняя засуха, в результате которой развелось огромное количество змей, угрожавших человеческим жизням. Место недалеко от города Лимассола, на всем протяжении вокруг соленого озера, располагавшегося в ближайших окрестностях города на полуострове Акротире, просто кишило ядовитыми змеями. Местные жители в страхе покидали остров. В это самое время святая царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в святую землю на поиски креста Господня. На обратном пути домой, уже обретя крест, она посетила Кипр. Вернувшись в Константинополь, Елена приказала доставить на остров из Египта и Малой Азии 1000 кошек для борьбы с опасными гадами. Присмотр за кошками был поручен монахам. Они построили на Акротире небольшой храм, вокруг которого впоследствии возник монастырь.
поскольку основным занятием населения было рыболовство и мореходство, храм осветили в честь святого Николая, покровителя моряков и рыболовов. Кошки прекрасно справились с поставленной задачей. Они быстро размножились, и через несколько лет остров был очищен от змей. С тех пор кошки стали на Кипре почитаемыми животными. Этот уютный небольшой женский монастырь в полной мере оправдывает свое название в простонародье кошачий. В монастыре живут 6 монашек и около сотни кошек, хотя может и больше. Перепись кошачьего населения – задача трудноисполняемая. Кусочек маленький. Совсем рядышком с монастырем расположено соленое озеро. Площадь озера составляет чуть больше 10 квадратных километров. Значительно водно-болотное угодье в Европе и крупнейший по площади внутренний водоем на острове Кипр. Самая низкая точка озера минус 2,7 метра ниже уровня моря, а в самой глубокой точке глубина воды достигает 1 метра. Берега же озера заболочены и поросли тростником. В зимние месяцы и межсезонье озеро привлекает перелетных птиц, в том числе стаи ярких розовых фламинго и цапель. Тогда как в летние месяцы большая часть озера пересыхает, оставляя обширную ровную территорию смеси песка и соли, отчего верхний слой почвы становится плотным. Часть пересохшего озера используют киприоты и гости острова в целях автомобильной и мотоезды, а также запуска радиоуправляемых игрушек. По предположению геологов, территория нынешнего озера когда-то являлась частью морского пролива, а озеро образовалось в результате запруживания данного пролива, что привело к объединению Кипра с небольшим островком у его южного побережья. Руки. Руки, да. Возвращаемся к машине и мчимся в горную местность посмотреть на водопад. Водопад Меломерис является самым большим на Кипре. Его высота составляет около 15 метров. Чтобы добраться до него, надо приехать почти на самую верхотуру гор Традосса. Курортное местечко Панаплаторос. Из устройства мира мы знаем, что все реки впадают в моря, но только не на Кипре. В данный момент все реки на острове впадают исключительно в водохранилище. Пройдясь по побережью, можно обнаружить множество пересохших русел рек и ручьев. Вся пресная вода собирается для нужд людей, живущих на острове. Обалдеть, тут даже рыбы живут. Тут неподалеку в горах Традосса есть еще одно место, заслуживающее внимания. Традиционная кипрская деревня Амадос. В настоящее время Амадос является туристической деревней, сохранившей свою древнюю красоту и колорит, издревле славящейся винодельем и фруктовыми садами, узкими улицами,
живописными видами, тавернями, а также старинными каменными постройками с резными деревянными балконами, особое место среди которых занимает монастырь Святого Креста. Папа, не выбрасывай салфетки? Да. Данный монастырь считается одним из самых старейших и исторических монастырей на острове Кипр. В настоящее время монастырь Святого Креста не действует по своему прямому назначению. Для прихожан открыта церковь. В храме хранится несколько важных реликвий, в том числе часть животворящего креста и святая веревка из пеньки, которую использовали римляне, чтобы привязать Христа к кресту. У монастыря довольно характерная архитектура. Большой двухэтажный комплекс в форме греческой буквы «П», обрамленный арочными галереями и окружающий главную церковь Святого Креста с севера, запада и юга. Следующий выпуск начнется с этого момента. Мы продолжим наше путешествие и истории наших впечатлений, полученные от этого чудесного дня. Путешествуйте, девчата и ребята, это того стоит! Ю-ху! Спасибо.